Житель Петропавловска выращивал коноплю прямо у себя дома. По словам правоохранителей, в микрорайоне Сероглазка они обнаружили настоящую лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений. В обклеенном теплоудерживающим материалом помещении разместилось специальное оборудование, поддерживающее определенный микроклимат. Над кустами цветущей конопли висели специальные лампы. Регулировалась смена дня и ночи. Уровень pH почвы задержанный контролировал, используя памятку на стене. Кроме того, в доме был найден готовый к употреблению наркотик, а также специальная литература по выращиванию наркосодержащих растений. По словам неработающего горожанина, выращиванием конопли он занимался исключительно для личного потребления, а своим знакомым продавал синтетику. Преступник задержан, возбуждено уголовное дело.